права. Подъемы приветствуют. Осторожно, сзади права. Может, туда спуститься. Только сюда. Нормально. Спортсмены. О, хвала. Отлично подала. Да подъемы. Я ж не садил, я тебе дал. Вниз. Анатолий. Нет, игра. Раз, два. Два. Нормально иногда. Зачем? Кто звонил? Анатолий Филипс. Валя садится. Так долго старается. Нет, в туре садятся на то, что это не прикольно. Ну, Вася. Раз, два, три. Я тебя ненавижу. Я этого так могу вот так вот ближе. Ну да, не вопрос. Так его вот, смотри, кто. Все, давайте на лысого посыпься. Следующий. Кто хочет отстать? Жопа. Капец, Дима. Ну я не знал, что ты такой. Давай, я. Черкнула. Дэн на первого по-любому. Нормально, Настя. Давайте шире. Мне ловить можно? Нельзя. Можно. Как бы поменяешься с тем, кто. Сидишь, 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 а один не выходит. Ну это прикольно. Если бы ты словил, то он бы вместо тебя сел. Да. Мне надо ловить его. Да. Либо ждать второго. Они что-то такое понапрямкало. Не-не-не. Да. Куда ты, блядь, встал вообще? Нет, вставать нельзя. Колени, Макс. Когда в тебя все жестче и жестче. Нет, нет, не кажется. Когда тебя стреляют, в основном надо ловить. От земли? Нет, нормально. Вот, сладенькие, уже три сидят. Блядь! Фёденький, фёденький! Давай, давайте слови! Дайте слови! Куропаточки, боже! Сейчас, девчонки будут играть, а все парни будут садиться. А если этот гусь бьёт где-то, хер знает, куда в сторону? Подставляет. То он гусь! Ну, просто кому тогда зачитывается. Зачем? Я крылья куропатки. Come on.